преследуем тиранозавра. Ух ты, вообще вот этот прикольный такой ракурс, да? Ух ты, ну это круто. Ребята, всем привет, с вами Александр, и у нас нет ни Jurassic World The Game, у нас Zaurion, это у нас Early Access, и вот тут надпись справа внизу говорит, что это Pre-Alpha 1.8.27.41, то есть, короче, эта игра, я так понимаю, долгострой, потому что я еще, наверное, полгода назад смотрел, вот уже, тоже она была в каком-то раннем доступе, все дела, в общем-то. И помню, там была, по-моему, фишка в чем. Тогда еще Раптор не умел лазить по деревьям. А сейчас он уже там, по идее, умеет лазить по деревьям. Давайте сейчас мы сейчас коротко здесь пробежимся. Давайте мы заглянем в энциклопедийку. Да, так что-то как-то не шустро работает игра. Как-то странно, у меня кадры почему-то не выводятся. Значок записи я вижу, да, но почему-то индикатора кадра вот тут в уголку у меня нет. Но игра, вроде как я проверял, пишется все нормально. Так, давайте прогрузимся по биномам. Так, у нас есть тут болота, редвудский лес, хардвудский лес. В общем-то, это лес с большими деревьями, да, это обычный, короче, лес. Это у нас такое, что такая, типа, прерия какая-то, степь, да. Есть бич, вот я на бич бы не прочь сбегать. И есть тоже какой-то левс, блавс. Короче, ну не будем углубляться здесь в общем-то, в тонкости, пока что нам это не надо. Но есть такая небольшая энциклопедия, ух ты, прикольно. Мета-секвоя, какая-то крутая секвоя, наверное. Как вы знаете, что секвои — это, ребятки, самые большие деревья на планете, в принципе. Они там выше 100 метров есть, да, в национальных парках. Вот секвоя. Вот обычная секвоя, а вот мета-секвоя. Ну, обычно секвоя, да, подлиннее. Там такие гигантские деревья. Блин, я хотел бы сам съездить в этот парк в Америку, там, где вот эти гигантские секвои. Там даже местоположение самых больших деревьев вообще засекречено, а то туристы, короче, там приходят их облапывать и просто руками гладят дерево, да так гладят, что прямо аж всю, короче, как несколько сот тысяч человек погладит, так с дерева и, короче, кору, короче, всю руками сдерут. Такие вот, короче, дела. И давайте сейчас пробежимся, сейчас мы тут по животным. Вот это, по идее, я так понимаю, планируется все животные, за которых можно играть будет, или как, нет? Это у нас что, архерораптор двухметровый, но это большой какой, 2 метра 18 килограмм. Ну, судя по килограммам, он недалеко от обычного раптора ушел, весь такой в перьях. Но 2 метра довольно-таки большой. Так, потом у нас есть Дакота Раптор, ух ты, 5-метровый, 350 килограмм, это типа а-ля Юта Раптор по габаритам. Так, Орнитомимит, да. Это у нас такие всеядные, не хищные раптоиды, можно так сказать. Пахик. Ну тут у меня как-то так вообще, честно говоря, не нравится, как он здесь выглядит, вот как у крокодила. И голова, как у ящерицы, как-то что-то не привлекает меня такой. Так, вот еще какая-то мелочь. Тесцелозавр. Так, трицератопс. Вот тут довольно-таки забавно выглядит трицератопс, да, в таком вот исполнении. Такие крохотные у него тоненькие ножки, как будто, вы знаете, это утка из духовки. Да. Ну и забавно, интересно выглядит. Так, тиранозавр. Здесь у нас пернатый тиранозавр. Наверное, много кого бомбит по тому поводу, что тиранозавр у нас такой в перьях. И как будто, вы знаете, он похож как на эту курицу осмаленную. Да, хвост обсмолили, да, там перья сгорело. Так есть. Ну, вот такой вот у нас тиранозавр. 12 метров 6 тонн. Так, это единственный наш крупный хищник, насколько я понимаю, здесь. Так, у нас какая-то уточка здесь. Вот один крокодильчик, два крокодильчика. Так, ящерица, по-моему, я таких ящериц встречал, это наша пища здесь будет.
Я буквально 5 минут побегал. А вот это вот палеозанива двухметровая, 25-килограммовая. Ага, это байда. Байда, короче, побольше, чем архерораптор, да? 25 килограмм. В общем-то, она меня съедала. То есть на это лучше не охотиться. Так, есть вот такая вот черепаха. Базилемис. Какой там, так. Анатозавр. Ну, это, да, у нас какой-то утконосый динозавр. 9 метров 3 тонны. Красавчик. Так, анкилозавр очень тоже как-то забавно выглядит. Дизайн динозавров здесь такой самобытный, я бы сказал, да, в этой игре. Вы знаете, я не любитель хейта. Ну, есть такая игра, вот и хорошо. Так. Так, и вот еще у нас Денверзавр. Наверное, его нашли в Денвере. Тут ковбой, да. Денверзавр. Ну, типа а-ля нодозавра что-то, да? Так. Диделфодон. Это, наверное, один из ранних млекопитающих, да? Крысоподобный. Так. А вот это вот рыбка. Липисостес. Липисостес, да? 2 килограмма, 6 метров. Ничего себе, рыбка маленькая почти что. Так, метровый, 5-килограммовый. Это их... А, точно. Я вот это уже ел. Я сначала подумал, в игре он похож на крысу. Быстрая тварь такая, гонялся за ней. Ну, короче, съел такого. И кецель. Короче, круто. Ну, начнем мы сегодня с раптора. Не знаю, может потом за кецеля. А, за кецеля. Я хотел бы сыграть, но, наверное, сейчас тут и играть можно далеко не всеми животными. А ну-ка, давайте. Вот, New Game. Вот, смотрите, за кого можно всего лишь играть, да. Рекс. Пахи. Дакота Раптор. И Трицератопс. То есть на любого из них тыкаем и будем играть. Ну, я уже там тыкнул, давайте нажмем Continue. И пойдем побежим, короче. Вот тем вот, кто бежит как раз. Интересно, картинка эта меняется вот там в уголку. От того, кем мы играем или нет. Так, что у нас в игре есть смена пары. Пары, это у нас симулятор динозавра. В жизни динозавра, да. То есть нужно есть, нужно пить и нужно расти. То есть, ну, задача как минимум вырасти до большого размера. Так, вот у меня, кстати, сейчас ночь. Вот так прикольно, да, есть приближение. Я еще не особо, скажем так, освоился. Так, но зато классно. Я вот такую штуку, знаете, узнал. Вот мы можем шустро бегать. И мы можем парить, смотрите. О, это прикольная штука. Это прикольная штука, я уже это знаю. Так, а что это у нас тут такое плавает? Я его съел? А чё я его не съел? Блин, я вообще-то так вроде как удачно подбежал. Правда, вообще не знаю, могу ли я съесть вот ту рыбёху, ну, или как ее съесть, да? У нас, да, просто на левой клавише мышки. Атака. Так, мы можем вот так вот сделать, да? Мы кусаем, еще у нас есть клавиша F. Он типа когтем, не знаю, насколько это эффективно. Но это надо еще будет, короче, разбираться. Также у нас есть типа какой-то вид хищника. Нажимаем Ешку, и у нас подсвечиваются следы там всяких животных. И у нас еще подсвечиваются синими, я так понимаю, те, кого мы можем съесть. Ну, короче, есть такая тема. Так что сейчас будем тут бегать, исследовать. Так, о, прибежали вот эти орнитомимимы, или как там их звали. Вот, видите, они ходят, и от них остаются следы. Вот откуда они пришли, видно. И вот там вот тоже кто-то есть. Прикольно. Так, мы можем бегать. Можем вот так вот, такой-то режим прицеля. Не знаю, считается это, что мы крадемся или нет. Потому что если зажать контур, мы крадемся. То есть, а вот этот прицел, это считается, что мы крадемся? Вот, это мне пока что непонятно. Так, и фокус-покус. Надо, может, разгон побольше. Да, во. Вот так вот. Прикольно, прикольно выглядит. Да, мы можем и по кругу бегать. Это прикольно.
Забавно, надо скриншотик сделать. Интересно, как камера? R? R? Нет? То есть, пока что я не понял. А, есть колесико, то есть я могу колесико можно приближать и отдалять. Вообще шикарно, ребятки. Так, а отсюда вид. Блин, жаль, ну как это так? Вот залезть на дерево и нажать Е, то есть, ну это вид хищника, но это же святое дело. А оно у нас не работает. Но зато мы можем, по крайней мере, спрыгнуть. Интересно, если... Надо разгончик, да? Я хочу залезть повыше. Интересно, как-то можно оттуда попытаться... Ух ты, прикольно. Если сжать Shift, он типа помогает себе крыльями и вот так вот шустро забирается на дерево. Блин, да я ж могу... Типа... Ух ты, кецель полетел. Кецель полетел. Эй, вернись. Так, интересно, я могу упасть отсюда как-то сам? О, воу, я вот это, в принципе, хотел сделать. Эй, вернись на веточку, животное. Так, ну мы... Я пока сыт, я, в принципе, съел две дичи. Не, на веточку, да, типа он как-то вроде как присел, но больше не хочет. Ага. И вот так вот у нас заканчивается дерево. Ух ты. И немножко какие-то... А, это листики мешают. Слышь, давай, прыгай. Ух ты. Вот еще бы включить... Блин, то есть мы, короче, в полете можем повернуться, но нифига не можем маневрировать. Это еще крокодил меня сейчас какой-то... Блин, я вот это шуганулся вот этого. Вид, переход такой. А-а-а. Можно это и умереть. Так. Ну здесь следы животных. Кстати, мы можем поспать. Давайте вот так вот сделаем. Мы вот так вот сели и уснули. То есть зажали букву С. То есть подержали это, типа мы легли спать и проснулись неизвестно через сколько. Не знаю, как работает здесь сон, но мы вот такие вот прикольные и забавные. А ну посмотри на меня, животное. Так, прибежали пахики. О, вот те вот здоровые. Утконосые прибежали. Да, вон, кстати, там наша пища. Давайте пойдем сначала на утконосых посмотрим. Вообще, да, по этой игре неплохо стримчики, да, делать. Здесь можно спокойненько себе бегать. Вообще, там мне уже жрать пора. Ну, они, кстати, к ним подходить не стоит. Затопчут на раз-два. То есть у меня пахик... Я так, ну, чисто из любопытства попытался его укусить. Он мне просто на меня наступил, и я умер. То есть он даже как-то не пытался меня там как-то убить. Так, вот это вот та вот ящерица, которую лучше не трогать. Ну, по крайней мере, сейчас для меня. Ну, это и так. Вот я ее трогать не буду. Она меня съест. Вообще-то я видел, что она даже гонялась там за кем-то. А вот за вот той вот тварью. Вот этот наш млекопитающий. О, да. Я не знаю, надо нажимать вообще здесь клавишу. Ты чё, живой? Ну, я типа... Вот бедняжку сожрали его. Ну. А чё, он не хочет его есть? О, пошёл. Хрум. И вот у нас там полосочка заполняется. И он... А, вот он лежит. Вот, крысёныш наш. О, ничего себе, даже прям кусок мяса видно. Это типа что, какая-то замедленная съемка, что ли? Выглядит забавно. Так, все, типа, ага, когда мы на его полностью сели, типа, труп исчез, да?
Ладно, давайте побежим, там, хлебнем воды, что ли. У нас полосочка синяя — это водичка, зеленая — это типа наша пища, какой-то там пища, рост, не знаю, что это. Уиху! Блин, с таким хвостом ты должен неплохо... Так, давайте подальше от этого. А кто там плавает? О, крокодильчик. Это крокодильчик, ребята. Ну, от крокодильчика нужно держаться подальше. Ну-ка, может, запрыгнем на вот это вот сейчас одиноко стоящее дерево? Да ну ладно, я тут бежал столько, чтобы на него запрыгнуть. Давай, маши своими крылышками. О, вот, вот, смотрите, он вроде как сел на веточку, да? Но я не могу в сторону двинуться, да, только так. Но забавно, выглядит забавно. Кстати, с дерева как будто бы кору содрали. Так, ну хорошо, хоть мы не убились. Здесь музыка такая, вот эти вот звуки, как будто бы кто-то плямкает над ухом. Так, он смотрит на меня. Так. Press to hold C to sleep. Нажми C, чтобы поспать. Это сохранит игру, и пройдет 8 часов. И четверть сытости пропадет, да, четверть. Вот так вот. По крайней мере, теперь нам объяснили, как работает эта вся тема. Я бы хотел, конечно, трицератопса еще тут найти. Ну, давайте будем где-то вдоль побережья пробежимся. Ух ты, прикольно. Смотри, там вот хочу на ту вот гору хочу добежать. Понятно. Валим. Вот это если он так зашипел, значит, может за нами побежать. Так, он хоть за мной не гонится. Потому что я видел где-то на канале у кого-то, за кем-то гонялась эта штука. Так, тихо. Тут так можно и потеряться. Так, ну это какая-то прям пустошь. Ну, в принципе, здесь нету никакого хищника, которого мы могли бы бояться, по идее. То есть тираннозавр должен быть какой-то неповоротливый. То есть, ну это разве что какой-то мелкий тираннозавр, который там чуть немного крупнее нас, мог бы там за нами погоняться, да? Ну, мне кажется, вот это у нас и есть граница карты где-то, да? Сейчас посмотрим. Давай, петушок. Забирайся. Сможем ли мы сюда забраться вообще там? Вот, что-то замедлился он. Или это он... Я устал. Так, а вот этот красный кружок, это типа наша усталость, я так понимаю. Да. Угу. О, так неплохо, смотрите, как мы-то шустро сюда забежали. Какие-то буквы вон там. Чё это за приколы такие? Да, то есть эта штука работает только на близком расстоянии, типа охотничий нюх. Это типа какая-то рандомно сгенерированная карта. Интересно. Давайте сейчас еще туда пробежимся. Но тут ничего съедобного нет. Все. Конец карты, ребята. Вот. И вот и конец карты. Прикольно выглядит. Вот. Тут видно даже какая-то граница прям. Забавно.
Кстати, красивый такой пейзаж, смотрите, как там что-то солнце. Тучи, вообще прикольно. То есть у нас наступает ночь, это луна вышла, ребята. Это луна. Смотрите, там у них еще свет, а у нас уже здесь тень. Прикольно. Вот там, да, солнце село, то есть красное небо. Так, и у нас уже немножко четверть пропала еды и жратвы, да? Так, вот смотрите, крокодилы там плавают. Вот есть большие. И что-то поменьше там плавает. Естественно, это разные виды или это одно и то же, вот я не пойму. Вот что вот это вот. А это, кстати, вообще какой-то прям слоумо режим. Это, я так понимаю, типа ты бежишь, нажимаешь слоумо. Да, ну какое-то замедленнее. Вот, смотрите, стадо какое. Сколько там особей? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, короче, до 10. До 10, а пахики вот бродят такими небольшими группами. Так, а вот та вот тварь, да? Ну, можно типа. Да вали оттуда! А чё-то тут все так этим за желтым запахло. Я просто даже не понял, я его как бы зацепил, не зацепил. И музыка такая начала играть. Ой, мы тут скатились. Ладно, я знаю, что эта тварь меня очень легко за один укус может сожрать, поэтому не будем на него бросаться, а то еще он нас съест. Sleep hold set to advance to next. О, мне предлагают типа поспать и вырасти. Прикольно, то есть я сейчас должен вырасти, ничего себе. Я стану подростком. Что-то изменилось? Я стал больше? Когда я смогу уже этих ящериц жрать? Я хочу им отомстить. Так, ну я там увидел вот что-то другое. Вот сейчас я вот этого съем, парнишку. Ну что, довольно просто здесь добывать себе пищу, я бы так сказал. Никто там на нас не охотится. Давайте мы что сделаем? Сохранимся, я сейчас эту ящерицу попытаюсь съесть. Это типа считается, что я его укусил? А можно его как-то... Как-то когтем зацепить, там, не знаю. Я вообще его цепляю? Я вообще не могу понять. Так, ну останавливаться, я думаю, не стоит. Наше преимущество в скорости. Еее, ребята! Это моя первая крупная добыча. Но она по размерам, типа, как я примерно, да. Так, главное, чтобы там вот тот не подошел. Блядь!
едим ящерицу, он там ползет. Блин, ну вот это. Вот это мы завалили дичь. Заполнили полностью шкалу нашу. Ладно, все, побежали отсюда. Интересно, что он будет друг друга будет есть? Я вообще-то труп еще не доел. Ладно, все. Бросаем это дело. Блин, музыка такая стрёмная. Так, это мелочь, это да, вот эти вот лифт. Атакуй воду. Воду атакуй. Фу, ну музыка утихла, а то когда уже прям раздражать начала. Я бы еще хотел эту рыбешку как-то завалить. Но как это сделать? Ладно. Ночью, в принципе, хорошо видно. Я вот за вот этим гонялся долго. О! Я его съел. Это была маленькая ящерица. Ам-нам-нам. Я бы еще не против сейчас найти эту ящерицу. За ними так забавно охотиться. Не знаю, насколько эффективна вот эта вот атака. Давайте сбегаем вот туда. Ночь, короче, это время нашей охоты. Реально. Тюн, блин, они вообще как бы... Это какой-то вообще был заторможенный. Наверное, тут наелся какой-то растительности отравленной. Так, ну прикольнее будет, да, взять тираннозавра, вырасти и заточить вот того большого травоядного. Кстати, я трицератопсов здесь еще не видел. Но они, наверное, где-то больше на равнине. Кстати, а что вот это вот? Этот трупик. Это вот тот трупик, что я не доел. Ну а почему здесь оно светится? А, вот он. Мы доедим. Почему? Нельзя ничего оставлять. В природе ничего не пропадает. Это вот та ящерица вот туда ушла, да? Не знаю, вот мы заполнили вот эту шкалу полностью, она потемнела. То есть как бы... Стоит ли так много убивать и есть или не стоит? Наверное, нет. Она вот как бы назад откатывается. Это. Но это, смотрите, какая жирная добыча. То есть можно убить и дать там... И прийти попозже доесть, я так понимаю. Ладно, давайте поспим. Время-то идет. Мы растем, когда спим. Так, ну что, давайте как-то сбегаем куда-нибудь вглубь. Здесь же мы тираннозавра как-то можем встретить, по идее. Так, я пытался запрыгнуть на дерево, и у меня не получилось. На ту пальмочку. Тут главное не потеряться, от воды далеко не отойти. Так, солнце, блин, ориентира-то нет, но вот эти вот только какие-то горы ориентир. А что там дальше? Солнышко было бы, хотя бы как-то ориентироваться можно было бы.
Вообще-то я-то и пить уже, у меня половина воды. Кстати, у меня довольно большая выносливость. Смотрите, кружок пока сузится, я тут далеко могу добежать. Ну, в общем-то, к воде бежать вниз. Не потеряемся. Во-о-о, тиранозавр, ребята! Мы нашли тиранозавра. Но я не думаю, что он нас может съесть. Так, хотя вот это вот смена камеры... Конечно, вот это можно, кажется, тупануть. И тебя сожрут. Надо собрать свою стаю и завалить этого рекса. Это я так прикалываюсь. Прикольно, да? Интересно. Можно было бы рискнуть и запрыгнуть на дерево совсем как-то возле Рекса. Но он, так смотрите, этот Рекс какой-то такой довольно шустрый, я бы вам сказал. Давайте сделаем вот так. И пойдем преследовать этого Рекса. Привет! Я умер! Вообще-то я со спины к нему подошел и откусил кусок пятки. Так нечестно. Ну, я играю сейчас на простом режиме, где мы можем сохраняться в любое время и загружаться, но это тупо. Согласны, я подбежал сзади тиранозавру, он меня, в принципе, там и, может, не заметил, а я умер. Так, ну, по крайней мере, все на месте, как бы. Нам бы еще трицератопса найти. Ну, он как-то за... он на нас... вообще... реально, он за нами не охотится. Он просто сам себе тут рандомно бегает, гуляет. Но я думаю, если он на нас случайно наступит, то мы... то же самое будет. Прикольно. Прикольно, что можно вот так вот прям камеру на себя и бежать и смотреть, что происходит сзади, например. Если бы его можно было как-то раздраконить, я бы его туда вот в сторону воды спустил. Может, мы увидим, как он охотится, а? Ну, что-то он вообще какой-то пассивный. Так, я лучше от этих буду держаться подальше. А то кто знает, что у них в голове. Давай, Рекс, правильно, иди вниз, а то нам уже пить пора. Прикольно. О, забавно, да? Мы преследуем тиранозавра. Ух ты. Вообще, вот этот прикольный такой ракурс, да? В погоне за тиранозавром. И Т-рекс такой у нас прям как замедленная съемочка. Это круто. Хорошие кадры. Я рядом с Рексом. Мой старший брат. Иди ко мне, мой брат-терапод.
главное сейчас не скатиться ему прямо впасть, это будет обидно. И куда он побрел? Он пришел пить воду или... Или тупить? Ух ты, ну это круто. Так, интересно, давайте за этим Рексом продолжим следить. Ух ты, там, может, на него крокодил какой-то нападет. Может, его убьют, и мы сможем откусить кусок тиранозавра. Или он решил просто утопиться. Это тиранозавр-самоубийца. Ну вот это ж крокодил, да, по-моему, вот это вот плавает. Ну, он крохотный какой-то. Так, тихо. Ну, блин, слышь, Тирекс, ну там было целое стадо существ. Да, нельзя... О, подождите, help, а что у нас help? Так, это рыбешка, вот это палеосанива как-то. А, это ящерица, ту большую, которую мы съели, имеет отравленный вкус. Это как ящерица едозуб. Кстати, вы знаете, ящерицы же все практически не ядовитые. И есть буквально пару штук там ядовитых ящериц. Вот одна из них едозуб. Если вы отравлены, ваше здоровье будет пульсировать. Я так понимаю, это будет как-то на экране заметно. Частота пульса, индикации пульса. Как много яда вас повреждает. Короче, что-то надо, я так понимаю, воды напиться и покушать, чтобы это попустило. В общем, это будет отжирать у нас еду. Так, Дакота Раптор и плохие родители. Они типа, ну, нормально к вам относятся. Когда вы родились, да? Ну, когда вы подросли, вот типа я, они начнут тебя видеть как пища. То есть мои сородичи крупные будут на меня тоже охотиться. Так, The Red Bar. Red Bar — это наше здоровье, да? Да, так. Когда она опустеет, мы окочуримся. Здоровье можно потерять ранением. Или жаждой, или холодом. Так, вот этот вот кружочек — это наша стамина. Это мы уже сами разобрались. Ну, blue bar — вода, зеленый бар — это еда. Хорошо, что мы игра на паузу ставится. Left click — это базовая атака. Когда в битве ты должен повредить кожу, чтобы нанести достаточный урон, короче. Продолжай атаковать в одно и то же место для большей эффективности. Так, aiming the вот этот throat will result in a fast kill. Throat — это вот эта вот прицелка, с которым я бегаю, по-моему. Ну-ка, давай сейчас options controls. Так, F-очка — это дисплей угроз. F — дисплей угроз, надо сейчас нажать будет. Так, где маус наш? Left mouse. Free look — это у нас сейчас тоже free look нужно нажать. А где другая клавиша? Right mouse. А, это close up camera aiming. Это прицеливание. Это прицеливание. А я тут чуть читаю. Как эта байда называлась?
Throat. Yield result a faster kill. Да, тут что-то, по-моему, было насчет этого Throat. Этот Sweet Display. Угрозы. Throat Toggle. Нету такого, да? Так, что я хотел нажать? Так, F-очку нажать. И среднюю клавишу мышки. Ну, это ж типа что-то там про угрозы было сказано, но что-то оно... Ну, как будто бы это вообще атака какая-то. Маус 3. Это фрикам. Такое себе. Так, ну, в общем, это T-Rex какой-то идиот. Ну, это режим прицеливания. Ну, T-Rex там плавает. Ладно. Че нам с дураками возиться? Сейчас тут потемнеет, наступит время охоты. Блин, вот это тоже он как-то, когда стоя в воде, не хочет пить. Это как в арке, да? Пока ешку не нажмешь, он не напьется. Здесь тоже нужно, в общем-то, правильно. Блин, меня вот это всегда шугает, когда ты переходишь из одной границы в другую. Так, ну это где-то далеко. Кстати, может переплывем, а? Давайте сохранимся и переплывем. Вот так вот мы себе гребем. Вот смотрите, солнце вроде как садится, да, но самого солнца не видно. О, а Рекс так и выбрался. Интересно, как-то у него получилось. Так, ну мы вроде переплываем, никто нас не съел пока что. Ну вот видно, что солнце должно быть вот там, да, на самого диска не видно. Но капельки на экране выглядят забавно. Рекс куда-то делся. Либо просто дальность прорисовки исчезла. Так, ладно. Побежали. Нам, в принципе, уже можно что-то и покушать найти. Так, вот я вижу. Так, я попал. Ну... Так, жди давай. Но не совсем понятно, да, вот это вот как-то система прицеливания, я к ней непривычна она мне. Типа все. Так, а где же трицератопсов-то найти? Я вот нашел бы трицератопсов и был бы счастлив. Можно было бы серийку на этом Я тебя съем, птичка. Я съел эту гигантскую птичку. Это, короче, был подросток вот этих авирапторов, да, будем их так называть. Ничего себе, я вообще теперь просто гигант какой-то. Так, скоро и на терексов начну охотиться.
Так, ну жаль, тут не совсем непонятно, как понять, ну вот что. Давайте мы вот так просто поспим, проснемся, еще раз поедим. Это ж, по идее, как-то ускоряет наш прогресс. Если у нас есть возле себя тушка с едой. Вот мы проснулись и можем продолжить есть. А вон, короче, это родители, да? Которые, наверное, обидятся, если меня тут увидят. Можно еще поспать? Нет, я не могу лечь поспать. Ладно, давайте побежим, воды попьем. Прикольно, мы можем парить. А это что такое гигантское? Это крокодил. Я быстрый. Мне вот просто интересно. Так, у меня тут выносливость закончилась. Я, в принципе, не против бы этого крокодильчика -то завалить. Вау, вообще шикардос, ребят. Тут как бы, если бы я еще с прицелом как-то разобрался, наверное, было бы вообще бы интересно. Так, ну прицел, блин, а штука вообще неудобная для меня пока что. Блин, там вылез второй гаденыш. Так сейчас я тут нарвусь, что меня второй укусит. И мне будет хана. Так, ну и меня пока что не укусили. Ну, укусили. Ну я-то попытался его когтем там завалить. Меня грызут. Так. Ну, что поделаешь. Мы попытались. Можно завалить, да. Но просто на этом нужно потратить чуть побольше времени. Так, это я где сохранялся еще до того, как переплыл эту реку? Ну, в принципе, ничего страшного. Так, или... А, я уже переплыл эту реку. Все нормально вообще. Все, ребята, шикарно. Я как раз бежал попить водички, да? Пока тут не прибежал крокодил, которого я могу съесть, если очень захочу. Вон, этот же крокодил. Это тупо. Да беги. Ладно, ребятки. На этом давайте мы серику закончим. Блин, а, солнце все-таки диск видно. Блин, это красиво. Красиво все-таки здесь, да? Так что на этом серику мы закончим. А в следующей серике, может, я подрасту, мы побегаем. А может, за кого-нибудь другого побегаем. Ух ты, а тут что? Плавают пахи. А вот это кто? А это крокодил. Вот это странная картина, вам не кажется? Кто кого ест? Крокодила едят? Или крокодил ест?
все-таки есть крокодил. Ух ты, битва, битва, ребята, напоследочек. Ну, я в воду не полезу, потому что я там вообще какой-то неповоротливый. А он таки атакует, крокодильчик этот мелкий. Но и они при том его как бы типа не затоптали, хотя могли бы. Ух ты, рассвет. У нас солнце вроде только село, а уже рассвет с обратной стороны. Давайте сейчас мы посмотрим, что у нас в итоге произойдет. Ну, красиво. Вот сейчас вообще игра выглядит красиво. Здесь два крокодила и два пахика. Кто кого? Ну это типа крокодилы так атакуют, да, по-дурацки. Смешно. О, сожрали. Сейчас того гляди и второго сожрут. Это чудом он меня не убил, мне так кажется. Он типа защищает своего сородича. Смотрите, какой отважный. А я могу покушать вот это вот. Ага, болта. Не, могу. Ладно, не будем испытывать судьбу, валим отсюда. Полюбуемся давайте напоследок таким вот... Блин, опять ошугаюсь этой воды. Полюбуемся вот этим вот рассветом великолепнейшим. Вот откуда-то отсюда. Да? Вот так вот, ребятки. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.